Новая неделя, новые, как говорится, не проблемы. У нас нет проблем, трудность. Умер. Умерла головка, вернее, прокладка в машине. Вот привез опилки, разворачивался, кое-как доехал. А так, кто не в курсе, скажет, что это такое, кровь. Свинья бегала. Не, умерла прокладка головки блоков. Все, то есть у нас все усложняется на этой неделе. Сейчас будем разбирать машину срочно. С поросятами, который на продажу уже все решил, договорился. Двоих завтра забирают, одного сам отвезу. В гараж, блин, не заедешь. В гараже... Ну как? Возле гаража у нас вот они. Вот оно, что у нас тут, бревна. Ну ладно, ничего. К соседям проситься не буду. Можно, конечно. Но не хочу, потому что это бегать оттуда сюда. Вон она все выкипела, кое-как доехал. Скидываем головку оперативно. Приезжает отец. Едем за запчастями, собираем все. Завтра машина будет на ходу. А иначе никак. Мы за полдня в Зиле 131 меняли прокладки. Там две головы. Так что это просто мелочи жизни. Какие-то трудности непонятные перед поездкой в Москву. Расходы вообще непреднамеренные, блин. Одного поросенка, наверное, меньше придется брать. Ну, посмотрим. Ладно, это уже второй вопрос. Ничего страшного. Все, ребята, всем хорошей недели трудовой. У нас она сегодня тоже будет. Начинается бодро. Вроде снег прекратился. По крыше позвонили, буду чистить завтра. Сейчас попьем чайку и вперед. Ой, телевизор тоже сломался. Телевизору лет 30, наверное. Panasonic. Хороший. Тогда первый телевизор с пультом у деда появился. Он покупали. 30 лет телевизора. Обалдеть. Все, всем хорошего дня.